и ожиданий от этого игрока. Но вот видите, предпочел он вернуться в этом сезоне домой, себе в Казань. Угроза вот сейчас идет именно от защитников соперника. Кузнецов, он может выкатиться. Нет, вратаря переиграть не сумел. А выкатывался хорошо. Да. Выкатывался замечательно. Кстати говоря, это, если хотите, его фирменный такой проход. И одно из достоинств Кузнецова — это то, что он очень часто вот так вот вылезает на ворота. Да, Хенрик Карлсон защитил свои ворота, но, правда, вот этот шлем с него слетел. Но это сами же шведы, по-моему, его. Ну, шайбу-то Кузнецов увел уже за линию ворот, так что невозможно было. Ну и у них тоже ничего не получается. Кузнецов обыграл. Снова будет выкатываться и оставил. Второй момент у Кузнецова. Молодец. Молодец. Как-то ему не очень везет. Ну, молодец вратарь тоже. Сыграл как грамотно, толково. Сам лег, клюшку положил, и вроде некуда было обыгрывать. А, хорошо увидел. Самовилин открывался на дальней штанге. Кузнецов. Затолкали там друг друга. Кузнецова толкали, Варнаков пришел на помощь.